Сотрудники силовых структур в минувшие выходные состязались в беге на президентскую милю. В командном зачете первое место заняли легкоатлет из СОБРа. Отличился Дамир Файзулин. Он занял первое место в возрастной категории до 40 лет. Его коллега Гульзия Ахмедзянова также стала первой, но уже в категории старше 40 лет. Второе место на соревнованиях заняла команда ДЧС. Замкнула тройку призеров сборное управление специализированной службы охраны. Всего за лавры победителей боролись 9 команд. Соревнования прошли успешно. Первая прибежала. Были, конечно, конкуренты. Но тренируемся и надеемся побеждать всегда.